Ну что, друзья, мы в лесу. Левин, халло! Видите, с внучком. Приехали в лес собирать грибы. Стефани не поехала, она не любитель. А вот малыш сегодня на нашем попечении, поэтому он с нами. Ну что, у нас сегодня были заморозки. Ночью было -2. Поэтому не знаю, что найду. Может, ничего не найду. Вот стоит уже грибочек. Видите, в прошлый раз я его не заметила. Угу. Но он уже старенький. Так. Ком. Натюрлих. Ну что, грибочки стоят? Вот. Вот мой хороший бель польский. Видите, какой? Вот такой грибочек. Левин мне уже корзинку накидал. Всего-всего. Посмотрите. Все подряд собирает и кидает. Какие-то белые уже рядовки пошли. Но я собирала в прошлый раз здесь под березовики. Но пока здесь нету, поэтому пойдемте туда, вглубь леса. Может, нам улыбнется удача. И мы найдем. Если здесь утром никого не было. Ну, я повторяю, что у нас был мороз. И, возможно, опята так и стоят. Смотрите, объясняю, почему я не беру опята и сыроежки. Я уже очень много-много сделала заготовок. Комцумир. Вау. Очень много сделала заготовок, поэтому... Ну, зачем мне брать лишнее, да, когда... Я вижу. Вау, да, сосмуховик. Супер. Ком. Дубис прима, Левин. Вау. Зачем собирать, ну, лишнее, да, потому что лес же тоже нуждается в грибах. Поэтому я их не собираю. Просто жалко даже. Аньштук. Пас. Вау. Облевен думюс. Опа, короб. Ликт, окей. Филе. Вау, Левин. Ань, свай, драй. Бите. Ань, свай, драй. Во. Пильцы, ань, свай, драй. Опа, ликт, окей? Я отрываюсь. Побежала. Хуберт и гейшнель, окей? Что, ань, штундун, да, снихт, филь. Фюрмей, Ну, их вайс, дарум, их мёгты шнели. Поэтому я отрываюсь. И с айгаком поскакал, друзья. Включу камеру, когда что-то найду. Смотрите, какой стоит красавец. А сегодня 18 ноября, и сегодня ночью было -2. Сейчас +2. Ну, обещаю, что опять будет потепление, но я думаю, что это уже наши последние просто походы. Вот. Лес вот такой здесь. Это у нас гористая местность. Горы называются Хасберги. Ну вот. Представляете? Вот такое счастье. Все-таки они еще есть. Сейчас походим. А вдруг еще что-то.
Левин остался с дедушкой. Они медленно обои идут. А я-то не могу, мне надо проскакать, потому что не знаю, насколько он выдержит, ребенок. Ну и как только скажет, хочу домой, мы должны ехать домой. Так. Ой, это птички прыгают. Какая лепота. Просто невероятная. Пока только один белый и польский. Ну какой-какой белый, смотрите. Какой боровик. Чудесный. Спасибо тебе, лесочек. Маховиков очень много. Очень много, но я говорила, да, что уже запаслась. Поэтому, ну что. Пускай это остается в лесу. Ладно, включу камеру, когда что-то найду. Мы с Левиным нашли вот такой гриб. Боровичок. Смотрите, какой фантастический просто. О, а Хуберт ничего не нашел. А мы нашли с Левином. Я? Левин. Цузамен. Вау. Папа. Ага. Надо закрыть. Сержу. Мы должны закрыть. Вот. Все листочками. Так. И прогуляться. Да, Левин? Ну, в моей корзинке, видите, две курочки. Польские. И три белых. А. Вас. А, Нань, да, со сней. Видите, он нашел какие-то. Кайны Анун. Румиус фраг. Опа. Вас издаст. Ой, Ахтунг. Лангзамы. Смотрите, какие красивые маховички. Я? Ай, вот это опа. Пипиги махт. Смотрите, какой. Оп. Смотрите, какие маховики стоят. Ну, я столько их заготовила. Это для оставлен для животных. Ну что, друзья, переехали в другой лес. И смотрите, да, мой хороший. А Цайген мне. О, это вот сумка Левина. Видите? А это Омина сумка, да? Оп. Вот так вот. Левин. Вау. Комсумир. Сейчас мы поправим шапочку тебе. О. Ком. Это очень хороший лес. Комбайн сейчас очень хорошо в нем ходить. Он не заваленный. В нем очень-очень приятно находиться. Охо! Охо, Леви! Das ist große! Хо-хо! Aber alt. Смотрите. Смотрите, это какой дубовик, какой он огромный. Наня, мы должны вернуться в Bleiben hier, окей? Nicht. Окей. Komm schatz. Да, но мы-то ищем белые. 18 ноября. Мы поехали уже после обеда, потому что
Цвай. Угу. Потому что были дела. Я их поснихт. И глаубы нихт. Я их обгизе. Вот дизе. Дизе гуд, Левин. Он опять заставляю его собирать. Да, создай мне пильцы. А мы должны здесь посмотреть. Йо. Вот здесь Ахтунг. Ну, Верзухан, дай мне пильц. Йо. Да. Ай. О, ну, Ханмаль. Левин, смотрите, какой дубовичок. Ох, чуть не упал Левин, да? Вау. Это еще не рудный. Ну, а бы трудно, а бы битый. Смотрите, пополняется. И лас идет, и лас и рун, лас и маяцем. Халю, я халю. Где нкихи? Ну сколько? Так. Ох, Ахтун Левин, бита. Think on it is. Ja. Bin noch das hier mit Opa oder von mir gehen. Oh, schießen. Все стреляют и стреляют. Бедные животные. Вот какой завал. Вот Левин, да, создай мне пильцы. Смотрите, опять. А, да, создай мне пильцы. Я, вот да, со срихтей. Я, Алис. Куберт ничего не находит. Я, Фертик. А мы с Левиным нашли. Сколько грибочков. О, пильцы. Так. О, Левин, да создай мне пильцы, гроссы. Вау. Смотрите, какая рядовка. Вот сейчас он будет собирать ее. Вот тоже, смотрите. Опята, маховик. Я, Фертик. Тизе аухко. Я, свои пильцы. Так. Ой, ну для 18 ноября, причем что сегодня был заморозок, прям прекрасный результат. Причем я думаю, что мы не были первые. Лес очень красивый. Вышла сюда. Левин перебежал. Я! И смотрите, какое чудо. Я, Рикки. Это Аньс. Это один. А это два. Вау! Супер! Какой кайф! Ты натюрный! Вау!